Здарова, друзья, с вами Влад Капуста. Сегодня у меня на канале информационный ролик, а также я совместно с вами открою крутейшие наборы за FK Points. Прежде чем я начну, результаты на все звездные абонементы, которые я для вас сделал, находятся у меня в телеге, обязательно туда переходите. Но если вы набираете ровно 25 тысяч просмотров за сутки, я вам разыграю на ваше усмотрение новый абонемент, который у нас выйдет, либо же звездный абонемент, или же 2000 FK Points. Решите сами в комментариях, что вы от меня хотели бы получить. Чтобы вы смогли принять участие, все лишь лайк, комментарий, а также обязательно вам нужно подписаться на мой YouTube канал, открыть ваши подписки на YouTube и подписаться на мой Telegram канал. Но если вы испытываете проблемы с покупкой звездных абонементов, FK Points, то все покупается официальным путем через меня, через мой магазин. У меня в магазине вы можете приобрести FK Points, которые удваиваются. Например, вы покупаете 10 тысяч FK Points, а вам на баланс приходит 20 тысяч FK Points. Покупаете 5 тысяч FK Points, и вам на баланс приходит 10 тысяч FK Points. Помимо этого всего, у меня в магазине находится ограниченное предложение на FK Points, начиная с 750 Points и по 15 тысяч FK Points, а также различные наборы приветственные, где находится карточка самого Другбы 89 рейтинга и карточка лучшей фигу совместно с FK Points. Покупки у меня в магазине доступны для всех стран СНГ. Каждому покупателю, который сделал заказ у меня в магазине, полагается приветственный бонус. Ссылка на мой магазин находится в описании. А мы начнем с того, что я не заходил ровно неделю. Надеюсь, это этот аккаунт, потому что у меня есть парочку аккаунтов. Сейчас я перепроверю абсолютно все. Так, снова выдают. Блин, снова неделю не заходил и выдали самоцвет. Охренеть! Это что за прикол такой? Не заходишь в игру, снова неделю, снова награды дают. Что за компенсация лютейшая, я не понимаю. Верона карточка 88-я, не продается вроде бы игрок. Да, не продается карточка Верона. Просто-напросто можете неделями не заходить в игру и кучу наград вы сумеете получить бесплатно от EA Sports. Италия. Правый защитник, здорово. Заброда карточка и Дудека карточка. Открываем дальше все награды, которые дают EA Sports. Я честно в диком шоке. Столько всего бесплатного дают за то, что ты не заходишь в игру. Друзья, обязательно, если вы не заходили на протяжении недели, заходите в игру, получайте всю эту компенсацию просто так от EA Sports бесплатно. Я реально в шоке, лютом. Самоцветы, опыт тренировочный и кредиты звездного абонемента. 3200. Просто не заходишь в игру, это все получаешь бесплатно. Я реально в шоке сижу сейчас. Как такое возможно, я не понимаю. Раз в неделю чисто зашел, собрал себе награды, и в конечном итоге можешь собрать себе топовый состав. Бесплатно, вот EA Sports. Другие ребята там заходят, каждый день проходят испытания. А так неделю не заходил, бах-бах-бах, дали тебе компенсацию. И так звездный абонемент до конца можешь еще пройти, за то, что не заходишь в игру. Охренеть. В звездном абонементе награды по 22 уровень. Капец. Просто капец. Я реально в шоке. За то, что не заходишь. Я не знаю, что сказать. Я абсолютно ничего не делал на этом аккаунте. Просто за то, что ты не заходишь в игру, ты получаешь такие награды от eSports. Ну это реально, это очень круто. А что вы скажете насчет таких подгонов тем людям, которые не заходят и резко к нам возвращаются в игру? Не на тот аккаунт случайно зашел, сейчас буду заходить на другой аккаунт. Соберем пока что здесь награды. Зашел на верный аккаунт, снова получаем награды. Смотрим, что будет выдавать eSports. Да, опять дали на этом аккаунте, опять дали за то, что я не заходил. Охренеть. Я в шоке, я реально сейчас сижу в шоке. Так, ЛПшника дали, пироса карточку, 88-ю. Я не знаю, что вам сказать. Так, ЛЗ, хорошо. Еще раз, вот самая главная награда. Интересно, на каком уровне я буду сейчас в абонементе? А, не, да, награда следующая. Стоп, а где карточка Холланда или Биллингема? Я не понял, куда ее это дели? Звездный абонемент снова дали. Сейчас мы узнаем, на каком уровне я буду. 16, 17 уровень закачали. Отлично. Получаем награду. 81. Звездный абонемент, заходим сюда. На 33 уровне, охренеть, я ни разу не играл в события. Капец. Неделями не заходишь в игру, и тебе eSports дает бесплатно по 5000 FK Points. Плюс тренировочный опыт. Шок. Заходим в таинственные трансферы, здесь я собираю награду бесплатно. Проходим все эти этапы, показаю все.
Бесплатно. Так, показай все. Бесплатно. Забираем, например, его карточку. Здорово. Теперь, смотрите, ребята, у меня все здесь завершено. Я сейчас не буду забирать награду, я подожду следующее обновление и проверю, работает ли баг. Если баг будет работать, тогда вы можете в будущем последовать моему примеру и таким же образом поступать, и в конечном итоге получать намного лучше награду, которая доступна будет только через 3-4 недели. Поэтому сейчас я здесь ничего не буду забирать. А хотя мог бы забрать карточку 92, либо же карточку 91, или же карточку 90. Переходим к информации о событиях, которые вас будут ждать во вторник, либо же в четверг у нас в игре. Большая вероятность все же то, что в четверг у нас выйдет данное событие. Сапурит нам вначале сообщил то, что это всего лишь магазинное событие. Но теперь он немного видоизменил свое мнение и говорит то, что это, ну, более-менее промежуточное событие, где мы совместно с вами за наши самоцветы, либо же ФК поинсы, сумеем побороться за карточку 95-го ратя. Возможно, за самоцветы вы сумеете получить его без какого-либо доната. Список всех игроков я вам постараюсь опубликовать сегодня, либо завтра у себя в телеге, как только появится информация от eSports, либо же от других лиц по типу LeaguesFM, либо же Мадридиста. В сети уже начали появляться красивенные концепты с карточкой Ван Дейка, Лионеля Месси, Мбаппе, Карима Бензема, Пепе, Нора, Карвахаля, Ройса, Мартинеза, Дерштегена, Ивана Рахитича, Вэлла и так далее. Друзья, сумасшедшие игроки здесь нам доступны будут. Я очень хотел бы, чтобы концепт совпадал с теми игроками, которые мы увидим в данном событии, но это не точно, это всего лишь концепт от Мадридиста. Но выглядит, конечно, супер потрясно. Я был бы не против карточки Лионеля Месси, либо же карточки Киллиана Мбаппе. А вы из представленных игроков, кого хотели бы получить в свой состав, отпишите прямо сейчас в комментариях. Друзья, огромнейшая вероятность, что это будет все же промежуточное событие, а не глобальное событие. После этого события капитанов вполне возможно то, что следующее событие будет глобальное и уже посвящено футбольному морозу. От такого события футбольный мороз вряд ли кто-то из нас сумел бы отказаться, потому что в футбольном морозе были таинственные подарки, которые мы совместно с вами получали от eSports. Друзья, вся подробная информация о событиях футбольного мороза, а также капитанов, будет выходить у меня постепенно в моем телеграме для того, чтобы вы знали, на что вам стоит рассчитывать и какие награды вы сумеете получить совершенно бесплатно за ваш ежедневный вход. Но вот это вот самое главное и самое красивое, где мы совместно с вами фармили подарки, а в конечном итоге обменивали наши подарки на достойнейшие награды, которые у нас... Ну, были на протяжении, например, 2, 3, 4, 5 часов, 12 часов и даже суток. Я жду не дождусь все же у нас события «Футбольный мороз», потому что это событие одно из самых лютейших и самых крутейших в игре, там где мы получаем много ярких и крутых подарков от наших разработчиков eSports. Друзья, сейчас мы с вами перенесемся к наборам за FK Points и узнаете, сумел ли я выбить что-то годное в наборах. Я нахожусь на аккаунте своего подписчика Силанти, и прямо сейчас мы совместно с вами пооткрываем последовательные наборы. Узнаем, что же будет выпадать. Смогу ли я выбить карточку 95-ю? Анри, карточка, давай, добро пожаловать, составщик, если, конечно, повезет. Узнаем, что же сейчас выпадет. Как думаете, годнота хоть какая-то будет? Я не верю в это, но очень хотелось бы. Центральный защитник из Севильи. Ну, нормально. 86-й, самый первый игрок, который выпадает. И плюс еще и 5 миллионов монет. Добро пожаловать. 5 лямчиков, это, кстати, неплохо. Но самая топ награда, это 40 миллионов монет, если, конечно, повезет. Как думаете, шансы есть на годную карточку отсюда? Вот напишите прямо сейчас в комментариях, смогу ли я затащить. Так, Силанти, посмотрим, насколько фартовый у тебя аккаунт. Пам-пара-пам. Блин, даже без эффекта? Без эффекта только что было? Это что такое? Последовательный набор противостояния номер 2. Ну, вроде бы все четко. А где топ? Где все ништяки? Не понял. Че за прикол? 1 500 000 и все? Где топ игроки? От 84 по 95 и от 80 по 95. Ну, как-то прям вообще не фартануло в этом паке. Здесь есть шансы выбить карточку Мухаммеда Салаха и Анри. Но все же пока что все максимально уныло. Я даже не знаю, кого больше всего хотел бы из этого пака, но думаю, то, что карточка Анри либо Мухаммеда Салаха идеально вошла бы в список моих желаний. 85 по 95, 2 игрока. Вот здесь вот, конечно, будет все намного интереснее. Вот прям очень хочу, чтобы фартануло в этот раз. Пожалуйста, Анри, карточка.
Если можно, выпади. Ну реально, вот здесь вот, Анри Кардочка, давай, давай. Либо Мухаммеда Салаха. Немец, ну ё-моё, ну нет, ну цапник, немец. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, 91-й Хоффман, но он вроде бы как вообще не продается на рынке почти. Или за очень дешево продается. 1 500 000 монеток, до хрена игроков выпало, кстати, очень много игроков выпадает. Трансфер можно за 6 лямов продать, но это не самый топ, который хотелось бы, чтобы выпал в наборе. Друзья, что вы скажете, как вам пока что эти наборы? Что-то годное выпало мне? Я думаю, то, что точно нет. Если вы испытываете проблемы с покупкой FK-поинтов, звездных абонементов, то все покупается официальным путем через меня, через мой магазин. Либо принимайте участие в конкурсе на звездный абонемент, либо же на FK-поинты. А я продолжаю открывать 4-й набор у нас по счету. И вот сейчас будет все самое интересное в следующем наборе. 5000 FK-поинтов. Повезет ли мне, смогу ли я что-то годное выбить сюда? Я буду сейчас закрывать глаза, я не знаю, что выпадет. Посмотрим. Пожалуйста. В этот раз удача, не подведи меня. По-братски. Рандом, есть портс. Знаю то, что не слушайте меня, но очень хотелось бы, чтобы я затащил. Ну это прям, ну самый максимальный улов, который только можно было получить, мне выпал только что. Прям самый-самый топ, походу. Лучше не существует, мне кажется. Блин, ну это такая дичь, ну что это такое? Столько много карточек в наборе выпало. Прям очень много. И Рафаэля Варана карточка. 88-я. Ну это жесть какая-то. Последний набор. 90-95. Вот здесь вот все будет решаться. Прям все решается в этом паке. Давай. Ну вот здесь. Ну хоть как-то. Ну. Надеюсь на то, что повезет. Франция. ЦП. Из Ювентуса. 90 рейтинг Рабьо. Ну, что вам сказать, друзья? Ну, как-то прям очень уныло все. Хотелось, чтобы что-то супергодное выпало, но такое выпало. Прям ни туда, ни сюда. Рабьё карточка, Варана карточка. Да и все.